Увлекая всех за парты в школьный класс, чтоб раскрыть секреты, тайны мирозданий, окрыляя вновь и просвещая нас. В дивном вальсе тихо кружится, танцует, расстилая нам цветной ковер листва. С каждым годом больше нас чарует осень, вновь вступившая в права. Букет цветов в твоих руках и ранец новый за плечами. В глазах волнение и восторг, сжимаешь крепко руку маме. Сегодня главный праздник твой. Ты в первый раз шагаешь в школу. Ты первоклассник, ты большой. Теперь все будет по-другому. На первосентябрьскую линейку мы приглашаем главных виновников торжества, наших первоклассников. She says to you, when you're alone together, my imagination is so cruel. Picturing you holding hands and doing the things that we've been, sharing everything, daily life, making memories. You're
Елена Фархатова. Первый В класс. Учитель Орешкина Ирина Николаевна. Учитель Акименко Наталья Александровна. По одной простой примете узнаем мы этот день. По идущим в школу детям городов и деревень. И пускай немало славных разных дней в календаре, но один из самых главных, самый первый в сентябре. Праздник первого звонка объявляется открытым. Слово предоставляется директору школы номер 3 Сотник Раисе Ивановне. Добрый день, уважаемые гости, ветераны, уважаемые родители, ученики, наши дорогие первоклассники и педагоги. Я рада приветствовать сегодня всех собравшихся здесь на традиционную линейку, посвященную началу нового учебного года. 1 сентября – это знаменательный праздник, который открывает дорогу юным гражданам нашей страны в страну знаний. Школьные годы – это не только удивительная, но и очень ответственная пора. Это старт во взрослую жизнь. Слово предоставляется Седункову Вячеславу Владимировичу. Добрый день, дорогие педагоги, добрый день, уважаемые ученики и их родители, добрый день, наши замечательные первоклассники. Праздник 1 сентября очень необычный, очень радостный, очень трепетный для тех, кто впервые его сегодня отмечает, для наших самых младших героев сегодняшнего праздника, немного привычный, но тем не менее радостный для остальных учеников. Жизнь наша стремительно меняется, технологии очень быстро обновляются, поэтому задача сегодняшних учеников успевать за этим потоком развития науки, за этим потоком знаний. Поэтому прежде всего хочу пожелать ученикам нынешнего учебного года активного участия во всевозможных конкурсах и викторинах, во всевозможных олимпиадах. Проявляя себя, вы
успеете за этим самым быстрым потоком жизни и обязательно многого добьетесь в этой жизни. А возможности для этого у вас в нашей школе, в третьей школе, всегда будет достаточно. Диплом участника Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» вручается Кристине Авдеенковой. Диплом вручается Софье Постриганевой. Диплом участника Всероссийского конкурса «Слава Созидателям» вручается Виктории Блохиной. И мы встречаем Снежану Галущенко, которой тоже вручается диплом участника Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». И, конечно, Ксению Михальченкову. Кстати, все эти ребята являются не только участниками этого конкурса, но и, возможно, будут являться призерами этого конкурса, итоги которого будут подведены в Москве. А призы у нас там, вы знаете, очень замечательные. 250 путевок в Орленок. Это у нас айфоны, это у нас айпады. Поэтому дерзайте, ребята, конкурс еще продолжается. Дорогие наши ученики, желаю вам всем интересного и творческого учебного года, старания и успехов, и, конечно, хороших результатов по итогам этого года. Учителям хочу высказать огромные слова благодарности за их самоотверженный труд, за правильно выбранную профессию и такое замечательное призвание. Спасибо вам, с праздником! Дорогие ребята, желаю вам успехов в этом довольно нелегком труде. Побольше пятерок в дни. Уважаемые учителя, вам благодарных учеников, ну а нам, родителям, чаще гордиться успехами наших детей. Школа – это не только новые знания. В этот период человек, юный человек формируется как личность, который гражданин нашей великой страны. И сегодня в рамках отраслевого проекта государственной корпорации «Росатом» мы примем граждане еще одной страны лучших выпускников, будущих выпускников нашей школы. Удостоверение гражданина страны «Росатом» вручается Филину Максиму Андреевичу. Удостоверение вручается Седачевой Ольге Романовне. Рожкову Игорю Андреевичу. Дмитрию Юрьевичу. Миронович Сергеевич. Самое главное, чтобы, овладевая знаниями, вы были в состоянии оставаться добрыми, замечательными, прекрасными, хорошими людьми. Тогда в вашей жизни будет все, что нужно, и счастье в том числе. Я хочу пожелать особой Божьей помощи педагогам, терпения, оптимизма вам, дорогие школьники. Также неизменной Божьей помощи
и благословение Господне на весь учебный процесс. С праздником, с началом нового учебного года. Мы, ребята, первоклашки, все вокруг летят нам вслед. Говорят, очаровашки, мы согласны. Спору нет! В школу гордо мы шагаем этим вздольным сентябрем и серьезно заявляем, за наукой мы идем. И девчонки, и мальчишки, малыши, крепыши, мы несем в портфелях книжки, ручки и карандаши. Гордо я смотрю на всех в этот школьный праздник. Малыши, ну просто смех, я же первоклассник. Подождите, папа, мам, мы немного подрастем. Институтскую программу в школе проходить начнем. Буду умным и вещом, делать добрые дела, чтоб меня родная школа как раз снова приняла. Нам строго обещаем еще вместе не болтать, если и ответы знаю, буду руку поднимать. Нам удачи, пожелайте и учебы на ура. Далеко не провожайте. На уроки нам пора. У меня уж все готово. Книжки, новые тетрадки и в портфеле все в порядке. Ну, и я не лыком шит. Посмотри, как стройник. У меня мой костюмчик новый. В школе все у нас готово. Поспешим в родную школу и начнем учиться снова. Встретим там своих друзей, дорогих учителей. Войди! Как дела? Что-то очень мне тоскливо. Зато Мурка весела. Собралась глупышка в школу. Сколько у нее обновок? У меня же ничего! Уже нет обновок! Just a moment, my dear. Будешь ты сейчас счастлива. Продуктовый склад залез и достал деликатес. Это, душенька, мой свет, супервкусный китикет. Ах, Васяня, мур-мур-мур, за презент большой бонжур. Это просто прелесть, милый, ну какой же ты учтивый.
сказали, это не по мне. И я пою крутую песнь свою. Что-нибудь. Так в чем вопрос? О, над ними мы подшутим. Я петардочки принес. Мы петардочки взорвем. Ключ от школы украдем. Наш ключ пропал, и вход закрыт. Мы поймали хулигана. Ключ от школы был у них. Потрудились мы немало, но пожар уже утих. Важнее не дороже, сильно верчивее.